Да, давай потом приеду, расскажу. Дети сейчас в бар скоро подъедем, да, 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 все. А знаешь, что можно добавить? Вот смотри, ты такой мужественный парень, как бы еще за собой следишь, да, и у тебя там, допустим, 7 часов ты какое-нибудь упражнение делаешь. Ну, там, как бы, с ней разговариваешь, там, тут, пожалуйста, сам разминаешь. Сейчас она идет, там, на турнике будешь подтягиваться, допустим, как здесь висит, ты сам, как бы, встал, разминаешься здесь, что-то такое делаешь. Ну, это тебе добавит какой-то такой прочности, там, пальцы, ну, это такое, при этом упражнении. Ты ждешь, она уйдет, сейчас тебя, ну, подтягиваешь нормально. Ладно, я могу сейчас, конечно, не в баре, а в зал сейчас.